Всем привет, с вами ваш любимый канал Супер Тюнинг. И сегодня мы будем делать необычный тюнинг проект. Это будет тюнинг проект автомобиля Bentley Continental GT. Вот он. Этот прекрасный автомобильчик. Так, и из него мы будем делать тюнинг проект. Я даже не знаю, что можно поменять здесь, но давайте начнем, наверное, опять же с радиатора. Так, радиатор. Что мы можем сделать с радиатором? Мы можем поставить вот такой вот ободок на радиатор. Не знаю. Оставим, наверное, пока такой радиатор. Вот, оставим такой вот радиатор, вот. И посмотрим, что еще мы можем сделать с этим автомобилем. И недолго думая, я поставил на этот автомобильчик вот пакет такой вот, сразу поменял пороги, задние бампера, передний бампер поменял. И вот так вот изменился наш автомобильчик. Ну, фары я трогать не буду, фары у нас замечательные, что впереди, что сзади. Так, возможно капот изменить как-то, хотя в принципе довольно таки привлекательный у нас капот. Но вот я нашел на наш автомобиль вот такой вот капот, все прикольненький капот у нас получился. Так, что мы можем? Так, крылья нашего автомобиля. Давайте вот добавим такие вот небольшие части. Так, зеркала я трогать не буду. Так, спойлер, я думаю, нам не нужен. Так, ну и, наверное, диски. Так, посмотрим, что лучше для этого автомобиля. Не знаю, я бы, наверное, поставил какие-нибудь черные диски. Ну, сейчас будем смотреть. Как-то не очень эти диски смотрятся. Вот такие вот диски мне понравились. Ну и я не знаю, наверное, хватит делать какие-либо тюнинги. Так, теперь что мы можем еще? Ну, я люблю убирать ручки с дверей автомобилей. Так, без ручек они смотрятся более привлекательно. Так, давайте сразу поменяем фары. Ой, фары, что я говорю, не фары, зеркала. Поставим вот такие вот немного другие зеркала. Ну и, конечно же, давайте поменяем немного расцветку нашего автомобиля. Возьмем матовый цвет какой-нибудь такой. Нет, и давайте черный. Вот, смотрите, черный карбоново-матовый наш Bentley. Посмотрите, как он выглядит. Да, довольно-таки привлекательно. Напомню, что это Bentley Continental GT. Итак, вот такой вот замечательный автомобиль у нас получается. Сейчас мы только сделаем для него какой-нибудь приличный фон. Вот такой вот фон для нашего автомобиля Bentley. Скажите, очень так неплохо все смотрится. Вот так поставим его под таким вот углом. И на этом я буду завершать свой небольшой тюнинг проект. Напомню, это был тюнинг проект автомобиля Bentley Continental GT. Это купе 2003 года. Если вы хотите сделать тюнинг проект вашего автомобиля, пожалуйста, обращайтесь, напишите в комментариях под этим видео.
марку и модель вашего автомобиля, и мы обязательно, абсолютно бесплатно сделаем тюнинг проект вашего автомобиля. Он может выглядеть так, как вы никогда этого даже и не представляли. Ну, а сейчас я заканчиваю свой тюнинг проект. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, смотрите следующие тюнинг проекты.